В Одесской юракадемии прошли соревнования по танцевальному спорту «Жемчужина Одессы». На танцевальную площадку вышли более 1000 человек со всей Украины и стран ближнего зарубежья. Показывали свое мастерство. Поприветствовал участников соревнований президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов. Мы уже 7-й год подряд проводим соревнования и области в целом Украины по бальным танцам. Спортивным бальным танцам. Это потрясающий вид спорта. Он очень красивый, зрелищный. И самое главное, что в нем принимают участие дети, начиная с 3,5 лет. Особенно волнительно и красиво, когда самые маленькие выступают. Вот они так стараются. Вот вдумайтесь, 3,5 года они уже показывают свое мастерство. За этим будущее, за этим слава нашей страны. Одесская жемчужина – это универсальные соревнования, поскольку в них участвуют все без исключения возрастные категории. Оценивали выступления судьи международного уровня. Все года я проводила соревнования в зале Международного гуманитарного университета. Сегодня впервые я провожу в этом зале юридической академии. И этот зал, и зал Международного гуманитарного университета, я считаю, это самые лучшие залы у нас в городе. В этих залах есть все для проведения международных спортивных соревнований. Турнир достойный, приезжаем уже не первый год, получаем огромное удовольствие, и дети, и родители, и судьи в том числе. Давно ли занимаешься танцами, почему решила вот именно выбрать этот спорт? Танцами уже долго, 6 лет где-то уже. И я не выбирала, просто так сталось, то что, я когда была маленькая, я очень хотела ходить на танцы, и папа, мама меня записали, и я попробовала, мне понравилось, и я продолжала дальше ходить. Во многих турнирах участвовала? Да. В прошлом году, можно сказать, почти на всех была. Бальные танцы очень красивые, тем более я занимаюсь бальными танцами с детского садика. Тренер Оксана Кравченко преподавала у нас, мне очень понравились. Отмечу, что в Международном гуманитарном университете на базе факультета искусства и дизайна открыта специальность хореография со специализацией бальные танцы. Для занятий в МГУ есть все условия. Прекрасные спортивные залы и спорткомплекс. Они отвечают самым высоким современным требованиям. Танцоры смогут получать профильное образование и оттачивать свое мастерство на современных спортивных площадках, обучаясь у лучших тренеров и преподавателей.